Вот здесь у нас, если я правильно определил ошибку в своих записях, находится сорт Орла. Тоже было 10 клубней посажено. Сейчас попробуем собрать, посмотреть, что. Вот так это выглядит без сена. Да, видим уже вот тут. Мыши в этом году — это беда. Все, что поедено, начинает гнить. Ладно, попробуем. Вот такой результат получился. Вот это пожрано мышами. Жесть просто. Это размер клубней вполне себе приятный и приличный. Ну, сейчас традиционно все это отсортирую на еду и на хранение тире семена. Но это большей частью, конечно, на выброс. Вот что у нас получилось. Вот это маленькая кучка. Это на еду поврежденные клубни либо с проволочником. Ну, вот эта кучка — это на семена пойдет. Вот, а это все на хранение. Сорт, скажем, понравился. Посмотрим, как будет храниться. В описании к сорту написано, что хранится он очень хорошо. Вот. Общая картина такая. Сейчас досталось взвесить результат. Всего у нас было порядка 140 клубней. Это вот на семена 32 клубня отобрали. Вот. Кило 540. Это на еду 2 900, будем считать вместе 4, и это вот на хранение 11 700. Ну вот 15-16 килограмм плюс то, что поели мыши. Неплохо.